Поехали. Здравствуйте, дорогие друзья, ВКонтакте и в Одноклассниках. Сегодня 31.12.2018. Сегодня последний вечер 2018 года, уважаемые подписчики. Всех поздравляю с наступающим Новым годом. Сегодня я себе купила двухголовую змею. Сейчас я вам покажу, уважаемые подписчики. Вот она. Вот двухголовую змею. Двухголовую змею я себе купил в магазине. Стоит она 90 рублей, уважаемые подписчики. Хоть сейчас и не год змеи наступает, но я купила себе змей Горыныч, уважаемые подписчики. Простите за качество видео, что оно плохое. Это снято видео на телефон Махри. Ладно, уважаемые подписчики, поздравляю вас с наступающим Новым годом. Ладно, ох, вон мои котики пошли. Это Рыжичек, Черныш. Сегодня, кстати, Тишка. Тишка, кстати, напала на спину, уважаемые подписчики. Ладно, да-да, первый раз так произошло, уважаемые подписчики. Вот, смотрите, уважаемые подписчики. С вами поздоровается мой Змей Горыныч. Здравствуйте, уважаемые подписчики. С вами говорит Змей Горыныч. Тихо. Знаю. Она как бы такая каучуковая. Она, то есть, каучуковая, то есть, вот такая. Ладно, уважаемые подписчики. Поздравляю всех с наступающим Новым годом. Простите, что видео будет некачественное, но вот скоро будет, ну, где-то через год, ровно через 2 года, должно сказать, будет у меня день рождения. 25 лет, и я на 25 лет попробую себе купить новый смартфон. Кеша, конечно, получится. Змеюшка, ладно, чтобы у меня голова не закружилась, я буду аккуратнее видео снимать. Так, вот такая звездочка новогодняя есть у нас, вот такие. Вот, кстати, это подарок Любовь Юрьевны. Вот это, кстати, шоколадный. Это, кстати, шоколадный Дед Мороз. Вот так. Сейчас я попробую сюда змеюшку попласть. Ну, это конфета. Так, ух. Сейчас я попробую змеюшку поставить, чтобы она здесь смотрелась. Двухголовая змеюшка, уважаемые подписчики. Йоу-йоу. Вот такая змеюшка, вот так положу змеюшку. Вот так. Раз, так. А вот это у нас символ наступающего 2019 года. Хрюша. Ладно. Все. Ладно, уважаемые подписчики. Всем приятного просмотра. Ой, сейчас. Не всем приятно просмотра, а я хочу как можно более длиннее это видео сделать. Хоть и этот телефон плохо снимает, но я думаю, он заснимет яйцо. Вот такое яйцо у меня. Новое яйцо. Пишут, что оно из другой страны привезено. Во. Шоколад с вот таким оранжевым динозавриком. И тут такие как будто возрасты. Тоже зеленые. Ладно. Вот такой. И там внутри все высоче, уважаемые подписчики. Не знаю, какой точно. Я первый раз это яйцо купила. Ладно, уважаемые подписчики. Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. А что такое? Уважаемые подписчики. С наступающим Новым годом всех! Уважаемые подписчики! Всем приятного просмотра. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Всем пока. С вами Тишка Игна. Подписывайтесь на мой канал. Пока-пока. Всех с наступающим Новым годом, мои дорогие. Говорят, этот Новый год надо встретить во всем желтом. Значит, так, у меня есть желтый колпак. Желтый новогодний колпак. Еще у меня... Появилось много всего нового. Ладно, уважаемые подписчики, всем приятного просмотра. Подписываемся на мой канал. Пока-пока. Стоп.